Балканский мальчик. Надежда есть худшая из зол, ибо она продлевает мучения. Фридрих Ницше. В ролях Мустафа Надаревич, Владу Ивановский, Никола Джуричко, Диан Ацилович и другие. В главной роли Марко Ковачевич. Композитор Клаус Хунсбихер. Оператор Владимир Самоиловский. Авторы сценария Грейс Леа Трое и Светозар Ристевский. Продюсер и режиссер Светозар Ристевский. Отец опять надрался. Как тебе только не стыдно, пьяная свинья. Знаешь, сколько времени? Смерть коммунистам. Деревенщина неотесанная. А ты стукач. Забулдыга. Смерть коммунистам. Чтоб вы все сдохли. Хам, как тебе только не стыдно, скотина. Нет, это тебе должно быть стыдно. Что ты не празднуешь день рождения родной страны. Бессовестный. Вот я сейчас полицию позову. Может, ты какой русский праздник отмечаешь? Ну и проваливай в Китай. Там тебе место, в Китае. Я тебе покажу, сволочь. А ты предатель. Мерзавец. Коммуняка. Сволочь. Да здравствует Македония. Фани, пусти меня. Не могу терпеть. Отвянь. Подойдет кто-нибудь? Возьмите кто-нибудь трубку. Это, наверное, Димче. Марко, сынок, возьми трубку. Марко, ответь. Послушай папу. Алло. Да, одну минуту. Фани, это тебя. Алло. Что? Забастовка? Какая еще забастовка? Это тебя. Марко, выходи сейчас же. Ты меня еще будешь обманывать, засранец. Марко. Да, это я. Выхожу. Да. Я что, каждый день должна одними гренками питаться? Засунь их себе в задницу, идиотка. Ограбили народ до нитки. Фашисты. Все разворовали. Даже мозгов не оставили. Сволочи. Обманули простой народ. И живут себе, припеваючи. Чтоб им пусто было. Лазо был и будет. Мы их камнями закидаем. Вот увидишь. Эти погорят в один прекрасный день, все до одного.
Гони деньги. Нет у меня. Как это нет? А что ты в школе ешь? Бутерброд? Ах, бутерброд. Я тебе размажу этот бутерброд. Что уставился? А ну не смотри на меня. И без денег больше в школу не приходи. Где я возьму денег? Вон Марка, козел. Цветанка. Цветанка, 5. Яванка. Яванка, 4. Стефан. Стефан, 2. Ясмина. 5. Яванка. Яванка. 4. Ахмети. Ахмети. 5. Явица. 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 Йовица. Йовица. Обрезанный. Мир. Тихо. Воры. 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 Мама, мама, знаешь, знаешь, у кого самое лучшее сочинение в школе? Что тебе здесь надо пошить? А ну убирайся! Тридцать девять. 60. Здорово, русские американцев обломали. Хватит, сказали. И точка. Те решили, что им сам черт не брат. 29. Америка думает, что тут Дикий Запад. Европа — это же цивилизация. Знаешь, какая у России культура? А Чернобыль и тому подобное. Да ладно тебе, мы друг друга знаем. Если русских культура, как ты говоришь, что же они в такой заднице оказались? Горбачев был американским шпионом. Заткнись. Много ты понимаешь. Тебя как заклинит, хоть кол на голове тиши. Как ты лазу не понимаешь? Это все пропаганда. В Америке нищеты больше, чем у нас. И Милошевич был американский шпион. Достал ты меня со своим Милошевичем. Он у меня вот где. Я им сыт по горло. Лучше иди возьми еще пару. И соку, пацан. Садись, сын. Садись.
Мама сказала, с тебя хватит уже на сегодня. Придется малость обождать, маменькин сыночек. У меня еще несколько карточек. Не уйду, пока не выиграю. Так матери и передай. 40. И Саддам Хусейн, американский шпион. У этого совсем крыша поехала. Он просто ненормальный. Отойди подальше. Это все из-за тебя, черт тебя дери. На, держи. Ну, вздрогнули? Сидишь тут целый вечер, из-за тебя мне и не везет. Просто ты играть не умеешь, только и всего. Много ты понимаешь. Марко. Папа хочет тебе что-то сказать. В жизни будь кем хочешь, только, сынок, недоносчиком. Марко, понимаешь ли ты? Зубрила! Хрен тебе, хрен! Марко. Марко, прочти свое сочинение. Тишина. Йовица. Тишина. Мой друг с другой планеты. Ночью я не мог уснуть и вышел на улицу посмотреть на звезды. Дави. Явица, молчи. Черное небо было все усыпано светлячками. Куда это ты направился, инопланетянин? Куда бежишь? От нас не убежишь. Ясно тебе? Я выбью из тебя всю дурь. Понятно тебе, скотина? Ясно ли? Иди сюда. Бей его. Тебе не жить. Понятно, придурок. Сейчас мы тебя проветрим. Бросай его. Вот где твое место. Дебил. Там и оставайся.
Но сейчас вы у меня поплачете. Фашисты. А давай-ка мы в них камнями. Фашисты. Расходитесь. Прошу вас разойтись мирно. Все будет в самом лучшем виде. Все мы люди, почему нам не договориться? Воры! Расходитесь мирно. Воры! Воры! Я прошу тебя избавить меня от этого сброда. Фашисты! Фашисты! Тебе 43. Одна черепаха, 2 евро. Это мало. Как это мало? 100 черепах, 200 евро. Не ввязывайся ты в это дело. Черепаху нельзя есть. Она тебя проклянет. Их экспортируют, как деликатесы. Ты с этим делом не шути. А знаешь, как готовят черепаховый суп? Палится ей в задницу, она прямо в суп прыгает. А в Корее собак едят. Не говори глупостей. А в Африке люди едят. И ничего. Черепаха живет 100 лет. Она старше твоего дедушки. 26. Ну не мы же их будем есть. Мы их будем продавать за границу. 100 штук. 200 евро. Как бы не так. Ты попробуй поймать 100 черепах за день. Уберите его оттуда. Верните девушку. Кто его сюда поставил? Он нам фарт собьет. 24. Пятьдесят семь. 50. 17. 5. Господи Боже! Господи Боже! Глазам своим не верю. Что же делать? Ах ты корова, ах ты дура! Сколько раз я тебе говорил, проверяй карманы перед стиркой. Чтоб у тебя руки отсохли. 100 раз я тебе говорил. А вдруг там деньги или какой важный документ? Без толку. Баба, мозги куриные. Господи, как ты могла, Агня, из всех вещей именно карточку бинго постирать? Башку бы тебе расшибить. Как ты могла карточку бинго постирать? 100 раз я тебе говорил. Ну, проверяй ты карманы. Чтоб у тебя руки отсохли. Да ладно, Лазо. Что ладно, иди к черту. Ну, прости меня, Лазо. Что мне твое прости? Прости. Что прости? Как будто не знаешь, что у нас уже 2 дня на хлеб нету. А ты швыряешь 100 тысяч евро. Будто они на дереве растут. Убила. Без ножа зарезала. Теперь можешь плясать на моей могилке. И что теперь? Что я сделала? Что не так? Не выводи меня. Не прикасайся ко мне, животное. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Ангя! Что здесь творится? Что за бардак? Это дом или свинарник? Дура набитая.
Давай сыграем. Шах, мат. С тех пор, как Ленка рубашку из тонких ниток рубашку ткать на станке перестала и нанялась на работу, Ленка табачницей стала. Ну, хватит вам бросаться. Веки ее опустились и запеклись ее губы. Не рождена была Ленка для едкой пыли табачной. Желтый табак отравитель. Ребят, перестаньте. Не рождена была Ленка для едкой пыли табачной. Желтый табак – отравитель. Розовым грудям – погибель. До свидания. Марко? Марко, я хочу поговорить о твоем сочинительстве. Французский центр объявил конкурс юных талантов. Самые лучшие будут представлять Македонию в Париже. Это прекрасный шанс для твоего таланта. Давай-ка мы с тобой подумаем и напишем поэму о родине. Париж. 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 Город искусств. Все художники и поэты жили там. Это город идей. Город светоч. La vie de lumière. И Костя Рацин, если бы не погиб молодым, наверное, жил бы в Париже. La vie de lumière.
Балканский мальчик. Надежда есть худшая из зол, ибо она продлевает мучения. Фридрих Ницше. В ролях Мустафа Надаревич, Владо Ювановский, Никола Джуричко, Диан Ацилович и другие. В главной роли Марко Ковачевич. Композитор Клаус Хунсбихер. Оператор Владимир Самоиловский. Авторы сценария Грейс Леа Трое и Светозар Ристевский. Продюсер и режиссер Светозар Ристевский. Отец опять надрался. Как тебе только не стыдно, пьяная свинья. Знаешь, сколько времени? Смерть коммунистам. Деревенщина неотесанная. А ты стукач. Забулдыга. Смерть коммунистам. Чтоб вы все сдохли. Хам, как тебе только не стыдно, скотина. Нет, это тебе должно быть стыдно. Что ты не празднуешь день рождения родной страны. Бессовестный. Вот я сейчас полицию позову. Может, ты какой русский праздник отмечаешь? Ну и проваливай в Китай. Там тебе место, в Китае. Я тебе покажу, сволочь. А ты предатель. Мерзавец. Комуняка. Сволочь. Сволочь. Да здравствует Македония. Фани, пусти меня. Не могу терпеть. Отвянь. Подойдет кто-нибудь? Возьмите кто-нибудь трубку. Это, наверное, Димча. Марко, сынок, возьми трубку. Марко, ответь. Послушай. Ты чем там занимаешься, поганец? Открывай. Бесстыдник, мать в гроб сведете. Поссать человеку из-за вас в собственном доме нельзя. Все с ума посходили. Открывай, я сейчас лопну. Папа, а ты в молодости писал стихи?
Ангел! Анге! Ангел Мури! Анге, принеси же таз! Да, Мури, то Легино, ты! Марко, ты где пропадаешь? Иди сюда, помоги отцу. Хотите, чтобы вам все разжевали и в рот положили? Иди, помоги матери, дармоеде. Отец, принеси, мать, приготовь. Кто вас только этому научил? Сюда ставь, сюда. Вот так. Точное время 12 часов. Ну и какие варианты? Да что ты говоришь? Иностранцы? Где? В Велесе? Где Велесе? Отель «Интернациональ»? Что уставился, придурок? Да Марко, кто же еще? Паразиты! Не трогай телефон! Пока я плачу за него, он будет стоять там, где я скажу. Валяй играть в бинго, дурак. Дай мне спокойно жить. Как тебе не стыдно? Вы мать в могилу сведете, оглояды. Мать сведете в могилу. Оставь меня в покое, пьянь. Ты с кем так разговариваешь? Пьяница и неудачник. Не ори на меня, шлюха. Кто тебя кормит? Кто тебе дал крышу над головой? Да ты только бинго можешь играть. Не зря тебя уволили. Что ты мне дал? Ты мне что-нибудь купил? Ну, ударь. Ну, бей меня. Бей. Ничего ты мне не дал. Поживи хотя бы один день в моей шкуре. Еще не хватало. Не хочу я быть как ты. Ненавижу этот дом. Ненавижу тебя. Уйду я отсюда. Ну и проваливай. Это мой дом. А если тебе здесь не нравится, убирайся. Ненавижу тебя. Всех ненавижу. Ну и убирайся отсюда. И уйду. Глаза б мои на вас не смотрели. Ну и не смотри. Проваливай. Придурки. А что бывает с птицами, когда идет дождь? А если дождь идет долго, много лет? Как они будут летать? Они научатся летать под дождем или научатся не летать? Да. Вот, Марко. Ешь. Вот. А? Осторожно, горячо. Доброе ли? Вкусно? Очень. Мы говорили на педсовете. Было бы хорошо, если на День Республики ты бы прочитал свои стихи.
Но, учитель, я... Марко, это прекрасная возможность показать свой талант. И кроме того, ты будешь представлять нашу школу. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Прикоснуться к родной земле. Простите, а есть поезд до Парижа? До какого еще Парижа? А ну, брось отсюда, хулиган! Марко, ты откуда? Так, гуляю. А куда идешь? Домой. Садись, подбросим. Докатим с ветерком. Как у тебя в школе, парень? Хорошо. Что новенького? Учитель сказал мне написать стихи о родине. Да ну, врешь. В Париже объявили конкурс. Если мы победим, то поедем туда. В Париж? Да ты, оказывается, писать мастак. Второй, Коча Ратсон. Я немного стесняюсь. А чего стесняться? Коча Ратсон номер два. Мне никогда не говорили что-нибудь такое написать. Так что ты молоток. Ты куда это смотришь? Куда я смотрю? Ты что, ненормальная? Дурака из меня будешь делать? А ну пошли отсюда. Сейчас ты у меня увидишь. Вытряхивайся отсюда. Yeah.
Отчизна, великих сынов ты рождала. Родная земля, ты героев взрастила. Родина, мать, сыновей твоих слава. Нет, не то. Милая страна моя родная, я горжусь. О, родина моя, великие герои прославили тебя. Фигня получается. Отчизна великих сынов ты рождала, родная земля ты героев взрастила. Снова не то. Целься вверх. Огонь! 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 Вечная память. Вечная память. Выйди из класса. Я кому сказал, вон отсюда, чтобы я больше тебя не видел на своем уроке. Убирайся. Увидимся после урока, обрезанный. Вон отсюда. Надур! Вон! Здесь живет обрезанный. Сейчас мы ему и яйца отрежем. Смотри, инопланетянин идет. Давай его сюда. Вставай, засранец. Ждешь свою мамочку? Что, зубрила? К обрезанному в гости ходил, да? Вставай, дебил. Поднимайся. А вот и обрезанный, но сейчас мы ему. Боснийский урод. Драпаешь, сволочь? Драпаешь? Вернись, урод. Боснийский урод. Thank you.
Я только хотел... Садись. Ты первый. Ты первый. Как тебя видишь? Как звать? Марко. Трифоновский. Не излажься. Не больно ты весел. Семейство. Семья. Лучше бы ее не было. Другари. Друзья. Шах. Шах. Как ты говоришь, тебя звать? Я не запоминаю имен. Марко. 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 Шах и мат. Как у Савика? А как тебя зовут? Парис. Париж. Парис? Париж? Я жил во Франции, в Марселе. Правда? Хорошее место. Я бы хотел туда поехать. Я тут не останусь. Везде одинаково. Привыкаешь, приспосабливаешься. Я никогда здесь не привыкну. Парень. Даже самый душистый цветок, если растет в клоаке, воняет клоакой. Анге, Анге. Ой, ой.
Марко, ты не виноват. Это твоего отца стоило бы выдрать. Извини, Марко, я должен... Вот так, голова раскалывается. Кошмар. Что это ты делаешь? Нашел место блевать. Нализался, скотина. Ангя! Нашел место, гаденыш. Ангя, посмотри на своего сына. Что за дом такой? Ты бы хоть набросал что-нибудь? Я, когда пишу, всегда сначала набрасываю. Рифмы приходят потом. Наставнику. Учитель, я вот что подумал. Да? Да. Если бы я был хорошим поэтом или писателем, мог бы я уехать отсюда. Дум спиро сперо. Пока дышу, надеюсь. Что значило бы жизнь без надежды? Марко, с верой и надеждой ты можешь очень многого достичь. Читай, Ясмина. Вот я сижу у окошка, выйди на рынок, Фиданчи, в гулких своих обутках на деревянных подошвах.
Пусть мое око вытечет, коль на тебя подымется. Пусть и рука отвалится, если к тебе потянется. Но если смогу устыдиться тем, что жив я, мертвец погребенный, ты скажи мне, ответь, Фиданче, куда от стыда мне скрыться? Мастер был над другими начальник, нынче сделался я подручным. За долги продал я мастерскую. За долги продал все инструменты. Вот они, две руки мои, обе, иссыхают сейчас без работы. Майстор бив и уставаше, майстор бив стана вчираче. Но ако срам ме залиса, что сум жив, а закупан, кажи ми, кажи, Фиданче, кай да се скриям со лице. Да. Войдите. Здравствуйте. Извините, учитель, вас вызывает директор. Продолжай читать. Майстор бив и уставаше, майстор бив стана вчираче. За борч продаду. Две раце имам, тия две, стапая себе здраво. Твоя сестра трахается с неграми, с черномазами. С черномазами, с чернозадами. Негритос, негритос. И дети будут черномазы и дебильчики. Неправда. Слушай, Марко, ты сам знаешь, что правда. Да что ты, Фанни не знаешь? Ей нужно все больше и больше. Сначала такой. Пошел к черту! Ну, ты же знаешь, что я слегка трахнутый. Выиграл. Уймись, пьянчуга. Люди спать хотят. Это мой дом. Не нравится? Убирайся к чертовой матери. Заткнись. Иди к черту. Я выиграл. Ты останешься? Не дай Боже. Боже упаси. Значит, все-таки уедешь. Все-таки. А зачем ты вообще приехал? Да так просто. Вадена. Два дня ехал в поезде, затекли ноги. Подумал, сойду, переночую. Съем малиновый пудинг, а там видно будет. Прикалываешься? С
Прикалываюсь. Можно мне с тобой? Отвяжись, Марко. Не городи ерунды. Прошу тебя. Ладно. Посмотрим. Облака. Неплохо для новичка. Да и карты не новые. Я их нашел. Мудро. У тебя была мечта? У всех есть мечта. Разве у тебя нет? У меня? Учитель сказал мне, что если я буду хорошим писателем или поэтом, то это было бы для меня счастливым билетом. Билет на выход. Билет на выход. Нормальному человеку такое в голову не придет. Стоит пойти и прострелить ему башку. Выход. Давай. Айде. Ну что? Айде. Давай. Из клаки, как с боксерского ринга. Есть только два выхода. Два. Один на плечах, а другой на носилках. Есть только один путь, тот, который ты сам себе расчистишь. Хочешь уезжать? Уезжай. Но у меня нет денег. А у кого они есть, сопляк? Укради. Сядь на поезд. Укради машину. Сделай что-нибудь. А что я буду есть? Дерьмо. Дерьмо ешь. Что я ем? Что звери едят? Жри, или сожрут тебя. Las Vegas,
Уходим. Покинуть здание. Ариш. А тебя ловили? Боишься? Нет. Разве страх – это не условие выживания? Знаешь, почему школьная банда над тобой издевается? Потому что ты их боишься. Когда ты победишь страх, они станут тебя бояться. Полегоньку, полегоньку, Анги. Мама родная, не видишь ты? Твоего сыночку избили. Избили меня, избили. Где же ты, мамочка? Где ты? Осторожно, Анги. Я тебя так люблю. Я тебя очень люблю. Ты что это из себя строишь? Сигареты. Кому сигареты? Нет. Сигареты не желаете? Нет. Что за одеколон? О чем? Знаешь что? Знаешь что, парень? Мальчик. Твое счастье, что ты приятель моего сына Йовицы. А то я бы за это тебе знаешь, что сделал. Сын, мне жаловался, что у него не лады с македонцем. У вас учитель вроде басниц. А? Да. Что за страна такая, в которой басницы учат македонцев македонскому? Я думал...
Он дубина. Знаю, что у него с учебой не особо. Да я и сам, не ахти какой, ученик был. И что толку в этой школе? Ну, закончишь, и что? Работу найдешь. А ты? Ну, а ты? Что у тебя по-македонскому? Пятерка. А, браво. Молодец. Слушай, придешь к нам, поможешь чуток с этим, с македонским. Вы же приятели. Помоги ему, ну там, сочинение, стишок, еще чего, ну там, ну хоть на троечку. Муже? Лады. Лады. Давай, дуй отсюда. Пистолет, нифига себе. Откуда он у тебя? Откуда у него папаша мент? А давай пришьем кого-нибудь. Давай, а? Давай, твою сестру, хочешь? Маричка. Вот я тебе сейчас покажу сестру. Дай посмотреть. Леви, мы же друзья. Успеется в другой раз. Ну дай, прошу тебя. Мы же друзья. Ну дай. Я ожидал от тебя большего. Ни патриотизма, ни ритма. Никакого ритма. Трупа не сборы. Нагромождение слов. Солнце, птицы, ветки. А это вообще что за стих такой? Что это? К родной земле прикоснуться. Что это значит? Марко? Ты вообще не старался. Ты меня страшно разочаровал. Сам ты видел! Позор! Сам! Позор! Да? Да. Отвали. Пошли отсюда. Чего уставился? Дебил! Хватит. Знаешь, видишь это? Я тебе мозги вышибу. Разобрали? Понял ты, фуфло? Я сто летишь. Понял, что я тебе говорю? Ясно? Мозги вышибу. Видишь это? Знаешь что? Мы хотим исправить свои единицы. Хотим быть такими, как ты. И для нас пример. Слушай внимательно. Мы сожжем журналы. Но ты пойдешь с нами. Понял? Все тебе ясно? Я не хочу единиц в журнале. Иначе капут. Такая вот жизнь.
Хреновая и короткая. Подыхай, как собака. Можно посмотреть твой пистолет? Митрева. Мне очень нужно. Уверен? Да. Да. Научи меня стрелять. Есть и другие способы бороться. Марш домой. Нет у меня дома. Нема. Нету. Нема. Нет у меня дома. Митреба. Мне нужно. Митреба. Мне нужно. Митреба. Мне нужно, пойми, нужно. Разбери. Маймун. Салага, знаешь, ты хоть знаешь, что это такое? Почувствуй его тяжесть. Расслабь руку. Так. Дай ему стать частью тебя. Найди баланс. Так. Вот так. Стой твердо. То. Вот так. Нельзя терять равновесие. Идем. Начали. Двумя руками. Так. Вот так. Сега. Перестань думать. Превратись в пулю. Следи за целью. Сега. Давай. Вот он, Марко, ждет нас. Привет, дебил. Дебилы. Пошли. Кобра, ты собирался быть хирургом? Мути, читай стихотворение. Когда Ленка... Что ты меня колотишь? Встал на коленки, пришел Сашка, ей задрал рубашку. Ну ты похабник, молодец. Отлично. 5+. Молодец. Так, Марко, твоя очередь. Давай, Марко, начинай стихотворение. Читай, сволочь. Читай, сволочь. Читай, дебил. Давай, уродец. Что смотришь? Читай. Поэт хренов, читай. Oh!
Прекратите! Дай мне зажигалку. Уходим. Скорее. Откройте же! Откройте, идиоты! Я убью вас! Откройте! Я тебя видел! Я тебя видел, мерзавец! Париж! Ты же обещал. Париж. Париж! 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 Париж. Париж. Ты обещал. Париж. Ты обещал, что возьмешь меня с собой. Париж. 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 Школа – это проекция будущего. Позавчерашняя картина – это проекция анархии и гибели. Я не позволю, парень, чтобы твоя гибель стала гибелью других детей. Я не позволю, чтобы панки... и мерзавцы, подобные тебе, пятнали репутацию и честь школы. Честь города. Честь страны. Учитель Македонского сказал мне, что от тебя в последнее время частенько пахнет алкоголем и табаком. Это лишь довершает картину. Тебе нет места за партой.
Я хочу знать, кто еще будет с тобой в списке. Я хочу знать, кто твои сообщники. Я хочу, чтобы ты написал их имена на этом листе. Я хочу получить список твоих сообщников. Добрый день. Мы составили протокол, все сфотографировали. Будем держать вас в курсе. Ужасная картина. Здравствуй. Здравствуй, как дела? Спасибо, хорошо. Да ты глянь, кто здесь. Знаю я этого художника. Он и прежде попадался. Художник любит хороший запах. Ты у меня еще попляшешь. Не знал я, что ты такая мразь. Будь ты моим сыном. Знаешь, что бы я с тобой сделал? Руки бы тебе обломал. Жилого места на тебя бы не оставил. Мерзавец. Но подожди. Когда попадешь в мои руки, запомнишь дядю Блажко. На всю жизнь. Обещаю. Пойдем, Пепи. Пошли. Будет лучше, если ты начнешь писать. Я сказал, пиши. Пиши. Застани! Остановись! Что это ты на нашем месте делаешь? Строишь из себя крутого, да? Слушай, ты пижон вонючий. Мы с тобой, ты и я. Сейчас будем разговаривать. Ты что с ним сделал? Да я тебя сейчас за это в клочья порву. Я тебя пришибу. Ты что, не знаешь, кто здесь закон? Сколько я тебя бил, а тебе все не впрок. Ты опять не понимаешь? До каких пор я с тобой буду мудохаться? Что с тобой не в порядке? Леви, пистолет! Отдай пистолет. Это отцовский. А ну, вали отсюда. Проваливай. А ну-ка, иди сюда. Куда пошел, осел? Ты что это там натворил? Зачем я тебе книжки покупаю? Чтобы ты бандитом стал? Замолчи. Директор меня срамил перед всей школой. А ну, говори. Говори.
Родина – это заря на полнеба, звезда, не дающая сбиться с пути. Родина – нива, родящая хлеб нам. Родина – зерна пшеницы в горсти, гроздь виноградная налетая, мудрость столетиями нажитая. Родина – книга, где каждый лист, как горный источник, прозрачен и чист. Родина – школа, знание – обитель. Родина – добрый, седой учитель, в ветхом пальтишке, в преклонных летах. Родина – наша судьба в руках. Родина – чаяний яркий свет. Родина – то, без чего нас нет. Солнце, дающее жизнь всему. Радость для сердца, гордость ему. Марко, что с тобой? А ну-ка. Пойди. Пойдем. Кажи мне, ясно, момче мило. На кой народ си предан син? На македонскиот. Во која земја гнездо свиле? Где ты был? В депо. В депо. Играл в шахматы. Играл в шахматы. Я пришел вернуть вам книги. Жаль. Мне очень жаль. Ну что ты? Не переживай. Я сам написал стихи, а Ясмина их прочла. Жаль, что вы мне не помогли. Вы обещали. А вместо этого помогли Йовице и этому дерьму. Марко. Марко. Я одно понял. Из этой клоаки нет выхода. Марко, мальчик.